Эксперты и экономические аналитики ведущих вузов Европы собрались в Самаре. Сегодня в областной столице проходит международная конференция «Регионы России» и ВТО. Для самарского региона вопрос актуальный. Многие производители уже успели почувствовать вхождение России во Всемирную торговую организацию. Особенно давление со стороны иностранных компаний ощутило сельское хозяйство. Над решением проблемы адаптации отраслей региональной экономики к новым условиям рынка работает и областное правительство. Наша сегодняшняя конференция – это один из этапов его реализации. Кроме того, сегодня мы активно развиваем сотрудничество с институтами и странами, которые имеют большой опыт игры по правилам ВТО. Прежде всего, я, конечно же, говорю о наших коллегах из Швейцарской конфедерации. В августе наше министерство, вузы Самарской области подписали соглашение с Институтом мировой торговли Бернского университета и Швейцарско-российским промышленным бизнес-клубом.